Здравствуйте, уважаемые любители спорта. Мы приветствуем вас на стадионе «Трудовые резервы» в Калининграде, где всегда есть чем заняться. Легкая атлетика, бокс, стрельба из лука и, конечно же, футбол. Мы на Кубке наций по мини-футболу, уникальном мероприятии для Калининградской области, объединяющем земляков по национальному признаку. Но самое главное, что все они россияне и все они калининградцы. Кроме этого, у нас очень много тем, которыми мы спешим с вами поделиться прямо сейчас. Мне приятно видеть, что несмотря на дождь, вы все собрались здесь. Чем-чем, а каплями и даже потоками дождя с неба неискушенного солнечными днями калининградца не удивить. Так что место встречи изменить нельзя. Первое воскресенье сентября, мемориал 1200 воинам-гвардейцам, 10 утра. Все вроде решили, несмотря на дождь, ехать, потому что раз в год такое мероприятие, столько друзей, на велосипедах, все вроде радостные. Мужчина затормозил на джипе и сказал: «Девушка, куда вы едете? Дождь, я сегодня на машине поеду». Я говорю: «Нет, я уже решила, все, у меня первый велопробег». Пока сюда приехал, уже одно падение сделал, но благодаря спортивной подготовке травм не получил. Да, надо поосторожнее немножко ехать, а так, в принципе, проблем не вижу. Помимо промежуточных остановок для отдыха и перегруппировки, были предусмотрены все возможные меры безопасности. Кстати, из более чем 6 тысяч участников к медикам обратилось только трое человек, то есть 0,05%. У нас предусмотрены машины скорой помощи, которые будут впереди колонии замыкать, машина технической помощи, машина, которая подберет сломанный велосипед, если дальше невозможно будет двигать, и два автобуса больших туристических для тех маленьких велосипедистов или просто для тех, кто устал и не сможет доехать до Зеленоградска, они туда доедут с комфортом. В Зеленоградске стоянка длилась 2,5 часа, что было вызвано еще и промежутками в расписании электричек. За это время участники могли восполнить запасы энергии. Те, кто платил заранее, получали на площади «Роза ветров» паёк в виде 2 бутербродов и пол-литровой бутылки питьевой воды. Что интересно, количество велошлемов на головах участников было рекордным. 50%, наверное, поняли о том, что не допустят. Но, к сожалению, они должны еще понять, что это их безопасность. Что шлем, прежде всего, нужен им для того, чтобы голова одна, ее нужно беречь. На финише, который с музейного комплекса «Пятый форт» перекочевал на парковку у Дворца спорта «Янтарный», первые участники Тур де Кранса оказались уже в 16:30. Там тех, кто ранее внес 100-рублевый взнос и получил индивидуальный номер участника, ждала раздача двуслойных маек с цветным нанесением символики события. Кстати, самым популярным стал размер «М». Все круто, сложно назад ехать только, и все. Ощущения нереальные, весь грязный, мокрый, но довольный собой, просто безумно. Даже дождь там не побежал, вот такие футболки выиграли, очень здорово. Все позитивно, никто не падал практически передо мной, вот мне очень понравилось. Интересно, что на этом велосипедный сезон не закрыт. Еще одним крупным мероприятием наступившей осени обещает стать массовая вечерняя поездка по центру Калининграда, которую организаторы планируют уже в октябре. Кубок наций по мини-футболу в Калининградской области звучит очень масштабно. Сейчас мы узнаем, в чем суть этого мероприятия, которое объединяет абсолютно наших гостей. Да, играет это житель Калининградской области, но жители разных национальностей, землячеств. Сергей Кандалов, представитель оргкомитета турнира по мини-футболу «Кубок наций». То есть многие ребята родились, допустим, в Казахстане, даже русские ребята, переехали на постоянное место жительства Калининграда и играют за сборную Казахстана, называемую. Уникальность проекта в чем? В том, что футбол по-настоящему объединяет. Об этом многие говорят, да, футбол объединяет. Но вот здесь, вот на этих площадках видно, что играет. Вот команда Таджик против команды Русь. В прошлом году у нас были такие матчи, как Армения против Азербайджана. И футбол на самом деле объединял. Не было никаких споров, никакой вражды. Да, можно проиграть. Но после матча ребята подходили, жали друг другу руки, обнимались. А на футбольном поле они сражались за голы, очки секунды, как говорят. Поэтому есть и спортивная составляющая, потому что такого большого кубка, как у нас, нет ни в одном футбольном клубе, ни в регионе. Какова история этого мероприятия, как вообще пришла идея, и вкратце, вот как развивалась история по количеству команд, по интересу? Турнир появился на свет 8 лет назад. Сначала играли в зальном формате, зимой, на День народного единства, который был основан как раз примерно в то время, вместо 7 ноября.
первые турниры где-то было по 8 команд, как сегодня 8 команд у нас. В прошлом году нам удалось добиться рекорда массовости, но мы провели впервые турнир в прошлом году летом, в самый разгар лета, в июле месяце, 13 команд вышло на старт. Сегодня 8 команд, к сожалению, потому что не удалось летом провести в сентябре. Как принять участие в ваших соревнованиях? Может быть, есть какая-то диаспора, которую вы постоянно зовете, но вот им не хватает пары игроков буквально, чтобы выстрелиться? Нет, если так посмотреть, то за годы проведения турнира, за эти 8 лет, у нас порядка 23 диаспор уже принимало участие, даже ангольцы играют. Даже ангольцы, которые проводят обучение в наших вузах, азербайджанцы, чеченцы, осетины, ну, даже сложно кого-то вот упомянуть, кого мы звали, они не пришли. Да, в принципе, ничего не добавишь, потому что исчерпывающий ответ от Сергея Кандалова, одного из самых известных кальянских футболистов. Ну что же, уважаемые друзья, если вам интересно принимать участие в этих соревнованиях, то они еще обязательно будут, и, мне кажется, даже зимой еще и в мини-футбольном формате в закрытом помещении. Пойдем? Надеемся. Надеемся на это. Продолжаем дальше. Теперь мы в Гусеве на международном турнире по хоккею с шайбой, который прошел на ледовой арене здешнего спорткомплекса в первые дни сентября. Компанию россиянам составили сверстники 2005 года рождения из Клайпеды. Победила, впрочем, команда «Феникс» из Калининграда. Немаловажно, конечно, расположение города Гусева рядом с Литвой. И литовские команды с удовольствием приезжают в Гусев. Как, впрочем, и наши региональные. И позиция агентства по спорту – как можно больше проводить соревнований, построенных физкультурных комплексах на территории региона. Два дня, десяток матчей, почти сотня юношей и девушек тоже, ведь в таком раннем для хоккея возрасте допускается их совместное выступление в командах. По сути, это был турнир открытия сезона, ведь основные соревнования у детей с октября по май. Причем так заведено и у соседей, с которыми наши играют регулярно, ни в чем тем не уступая. Разницы нет, ни в Польше, ни в Литве, ни здесь. То есть дети, есть лидеры также, есть слабенькие дети. То есть это везде зависит от физических данных. На универсальном стадионе 56-й общеобразовательной школы в Калининграде прошел первый тур уникального приграничного турнира по футболу среди детей. Здесь с калининградцами с удовольствием сыграли дети из Варминно-Мазурского воеводства Польши, причем на законных основаниях. Соглашение было подписано прошлым летом. Пока она включает в себя проведение совместных турниров, но в будущем мы надеемся, что это будут не только турниры, но и различные сборы, лагеря и так далее. Соревнования прошли в один день, а каждый матч длился два тайма по 15 минут грязного времени. Случилось даже несколько сенсаций локального характера, в очередной раз подтвердивших, что в детском спорте возможно многое. Не важно, откуда ты, важно, кто ты. Я езжу по турниях и в Польше, и в России, и на Литву, где только можу. И скажешь, что российские дети тоже хорошо играют. Не то, что польские са лучше и так далее. Нет, все играют хорошо. Победу одержали юноши из Светлого. Вторыми стали воспитанники Центра подготовки футбольного резерва Балтики. Третье место заняли поляки. Одни из самых активных и постоянных участников Кубка нации по мини-футболу – это команда армянского футбольного центра. Как представителя самой спортивной, пожалуй, мне так кажется, нации в Калининграде. Откуда такая любовь действительно сплачивает, что ли, спорт ваших земляков? Гор Хугаян – руководитель сборной армянского культурного центра Калининградской области. Ну, спорт у нас, можно сказать, в крови, потому что мы играем, мы общаемся. Для нас самое главное – это не просто участие, а именно процесс общения, общение между собой, между командами. На самом деле сплачивает и объединяет очень много людей. Насколько я понимаю, есть такая команда «Арарат», она выступает в региональном чемпионате, и именно она становится базой для сборной. Да, так и есть. Команда «Арарат» существует с 2011 года. Мы играем в различных соревнованиях, как областных, так и международных. Есть хорошие результаты, есть, конечно, и не очень хорошие, но это спорт. Мы играем, развиваемся. В этом году также будем участвовать на КФЛ. Надежда, что за него призовем. Ну, лично мне причает то, что эта команда не подбирается только по национальным признакам. Как вы пропагандируете, что любой человек, любой нации может прийти играть? Да, естественно. У нас не было ни разу, чтобы в команде играли только армяне. У нас русские, узбеки, разные национальности. Итак, уважаемые арбитры, начинаем матчи. Она большая, многонациональная, поэтому у нас никогда не на площадке номер один. Игрок служит Ильичка Игорь. Встречаются команды немцы, казахстанцы.
И напоследок, кем вы гордитесь как спортсменами? Каждый год вы чествуете спортсменов, которые представляют и Россию, и немножко Армению. Вот в прошлом сезоне Мартин Аксиан стал лучшим бомбардиром первой лиги. Также наши борцы очень нас радуют. Тигран Петросян, Гуляр Усюня, молодежь подрастает. Мы очень рады, что представители армянской национальности с гордостью представляют Российскую Федерацию на различных местах. Ну а мы очень рады, в свою очередь, что представители самых разных нас в Калининграде объединены вместе под названием «Калининградцы россияне» выступают замечательно только на региональном уровне, но даже на всероссийском и международном. Сборная России против сборной мира. По этой схеме в Калининграде еще в августе прошел масштабный турнир по ММА или смешанному боевому единоборству. Были собраны бойцы из Венесуэлы, Ирландии, Испании, Греции, Австрии, Литвы и, понятное дело, России. Первым в клетку вышел калининградец Фамил Ширинли, одержав дебютную победу сборной России в этот вечер. Следом за ним отправился в октагон еще один местный боец Егор Алексий, начав аккуратно против Рамуна Сараскаускаса. Но в итоге перевел поединок в партер, а через несколько минут рефери был вынужден остановить бой. Вышел, посмотрел, как стоит соперник, как работает. Стоял высоко на ногах, работал в основном руками, ногами коряво бил. И на руках я чувствую, он начал попадать. Я подумал, что лучше перевести в борьбу. И в борьбе он оказался слабый. Алексей Ильенко – дважды триумфатор первенств мира по рукопашному бою. Среди своих – Лёлик. Но не стоит обманываться. Добродушная его улыбка в октагоне пропала, начав беседу с хайкика, удара ногой в голову. Через 30 секунд он с колена отправил Романаса Паулиниса в нокаут. Как потом позже сказал сам Алексей, с утра не очень хорошо себя чувствовал, так что, не зная, сколько сможет сохранить силы, поставил себе цель – закончить бой досрочно, что, собственно, и получилось. Кстати, Ильенко и его тренер долго спорили, стоит ли ему выступать в ММА. В любом случае я пропагандирую свой спорт, я выходил с рукопашного боя и в любом случае как бы делаю на это упор, то что рукопашник перешел в ММА и я хочу показать, что рукопашный бой это лучший вид спорта, который может только быть. Всего в этот вечер в восьмигранный ринг выходили 13 российских бойцов, и все одержали победу. Приятно осознавать, что пятеро из них – калининградцы. Это сборники Калининградской области. У нас есть позиция нашей федерации, что мы на все профессиональные турниры сначала выставляем сборников. То есть те ребят, которые показывают хорошие успехи на любительском поприще, а потом они должны переходить в профессионалы. Потому что не бывает нормального класса бойца без любительской карьеры. О большинстве из них известно пока только в регионах. Но если эти парни продолжат в том же духе, то их известность просто вопрос времени. Немного о формате Кубка нации по мини-футболу, который, еще раз напомним, проходил здесь, в стадионе «Трудовые резервы». Итак, это было 8 команд, которые разделили на 2 подгруппы, 6 лучших выходили в плей-офф. Игрались матчи длительностью 15 минут, всего один тайм. Было сделано для того, чтобы команды играли в удовольствие. Это было максимально компактно, интересно не только для участников, но и для зрителей. И с тем же посылом, компактно, интересно и захватывающе, мы переправляемся в Янтарный, где этим летом проходил очень крупный, наверное, самый экстремальный фестиваль «Тартуга». Начали за здравие. С третьего этапа региональной серии силовых эстафет. 8 сборных, мужчины и женщины, действующие спортсмены и завсегдатаи фитнес-центров. Жгучая смесь адреналина, тестостерона и командной работы. В меню было 4 задания, 3 комплексных и 1 классическое – перетягивание каната. Главное здесь не столько сила и выносливость, сколько среднее арифметическое общих усилий. Позвонила подружка, говорит, нужна помощь. Но я, естественно, согласилась. Быстренько сделала пару кроссиков до сегодняшнего дня, так чтобы хотя бы почувствовать, что это такое. Побегала тоже вчера по песочку. Вот, ну как тренировку сегодня провожу. Команда у нас очень сплоченная, мы сдружились, мы тренируемся в одном клубе, поэтому можно сказать, что это наша семья вторая.
В трехчасовом сражении с песком и непростыми заданиями в очередной раз первенствовали фавориты из Спарты, в числе которых в поте лица трудился идейный вдохновитель и руководитель команды организаторов всего фестиваля Александр Балякин. Энергии этому 35-летнему экстремалу не занимать. В августе он вошел в десятку самых выносливых людей страны на Кубке России по кроссфиту. 4 года назад, когда мы решили собраться, это получилась большая своя тусовка среди своих друзей. Но спустя 4 года это переросло в большой фестиваль на воде. Ну, не только на воде, уже и на суше. Я знаю организатора «Тартуги». Этот человек знакомил меня с вейкбордом в свое время, как многих, я думаю, в Калининградской области. Вот. Я видел, как проводятся эти мероприятия, поэтому я с радостью поддержал проведение мероприятий именно у нас здесь. На суше была силовая эстафета, кроссфит, слэклайн и всевозможные точки развлечений. А на воде – сапсерфинг, флайборд и гвоздь программы – катерный вейкбординг. О последнем чуть подробнее. Это исполнение трюков на особой доске, когда человека буксирует специальное судно, создающее соревновательную волну. Задача за 2 400-метровых отрезка – показать максимум доступных трюков, не падая в воду и не теряя буксировочный фал. Градуса и без того жаркому событию придали известные вейкбордисты из континентальной России. Под занавес первого дня, порадовавшие публику дежурными для себя и пока недостижимыми для местных трюками. Многое повидавшие парни, впрочем, тоже впечатлились как местом события, так и всей тусовкой. Даже сегодня здесь у нас уже набралось достаточно большое количество участников, там порядка 25 участников в разных категориях, там порядка 8 девочек и 16 любителей. То есть это достаточно большой показатель для региональных соревнований. Нигде такого не видел, как бы, тем более никогда не катался в такой воде. Едешь, действительно чувствуется, что как-то по-другому, немножко мягко. Вот, ну это по разным причинам может быть. Вот, и бросается в глаза, что все видно, все, что под водой, там рыбки всякие и так далее. В деле побывали даже любители новомодного сапсерфинга, если по-русски, то передвижение по спокойной водной глади с веслом и на специальной доске. Интересно, что одним из призеров стал только вернувшийся с мирового чемпионата по классическому серфингу Евгений Исаков, еще за 5 минут до старта не собиравшийся бороздить простовы родного карьера. Чемпионам фестиваля, кстати, вручили денежные сертификаты и всевозможные бонусы от спонсоров, а зрителям было обещано – в юбилейный 5-й раз «Тартуга» будет еще круче. Не перестаю восхищаться жгучим желанием калининградцев играть в любое время года и на любых площадках. В течение всего сезона проводят соревнования по большому футболу 8-8, пляжному, женскому и вот даже такие соревнования Кубок нации на стадионе трудовой резервы. Мы же с вами отправляемся на стадион «Сема», где в конце лета прошел 5-й юбилейный международный турнир по регби. Приятное с полезным. Расписание турнира пришлось составлять таким образом, чтобы все получили максимум игровой практики, для чего задействовали 2 поля, одним из которых стал городской стадион Зеленоградска. Натуральный газон, ветер с поля, тень от деревьев, играй в удовольствие. Но прежде всего здесь каждый матч как экзамен. Очень много индивидуальных потерь. Вот над этим сейчас, если доведем до ребенка в 10 лет то, что мяч для него это святое, это будет супер. Через там, 3-4 года он придет в юниорскую сборную, а потом в национальную, и он будет им дорожить. От этого все начинается. Другое судейство абсолютно, чем у взрослых, это детское. Нужно с пониманием, нужно не просто свистнуть, а объяснить ребенку, за что я свистнул, как я свистнул. Где-то дать, может быть, повозиться, где-то, может быть, дать нарушить или не нарушить. Ну, чем меньше мы свистим, тем больше играют наши дети и научатся играть в регби. 5 лет назад это было только идеей. Год спустя скромной, но амбициозной затеей. Теперь явление. Удачно сочетающее географическое положение, календарь и усилия внушительной команды организаторов. Сюда едут поиграть из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Причем не только за результатом. Это не только когда ты сам с собой играешь, да, а в автобусе они все вместе, да, на море все вместе, да, играют и посмотрят, как другие команды играют, да. Поэтому очень хорошо. Каждая поездка – это и к лучшему, и к лучшему. Ребят, есть возможность попутешествовать, опять же, на территории отдельно взятого региона. Потрясающе, что много партнеров, которые предоставляют и воду, и подарки. Многие партнеры становятся друзьями, об этом только мечтать можно.
Эпицентр турнира расположен в Калининграде за дворцом спорта «Янтарный». Здешнее искусственное поле привычно ко всему, даже к женскому регби. Всего же здесь в этот раз сыграло свыше 40 команд и более 600 регбистов. За нашу машину! За нашего капитана! За нашу команду! За Ленка! Впервые отчетные соревнования включали матчевые встречи девушек по олимпийскому регби-7, где компанию местным спортсменкам составили чемпионки из Талдыкургана, Юрмалы и Москвы. Несмотря на то, что мы целые сутки почти сюда летели, очень нам нравится, вот на высоком организационном уровне соревнования проходят. Спасибо вот нашей девочке, я считаю, что получат именно огромный соревновательный опыт. И мы постараемся на следующий год тоже приехать на этот турнир. Дети – наше все, но и про заслуженных регбистов забывать не стоит. Тем более в год 45-летия этой игры на территории Калининградской области. Регби здесь знавало диаметрально противоположные времена. От прорывов буревестника и кубковых подвигов В-звезды до полного безденежья. Все это в прошлом, но бывших регбистов не бывает. Доказательство тому – битва международной сборной Old Boys и местной ветеранской команды. Чувствую себя там 30-летним, там 20-летним. Мне кажется, что я только вчера, вот Юрий Шиковский меня позвал, я вот пришел, он тоже Гаревое поле в Балтике играл. Очень хороший стадион у нас был, ну не хороший, а трудовые резервы там вот мы обычно вот играли. Конечно, были и в грязь, и в сырость, и в снег мы играли. Ну, тогда немножко дух другой был. Тогда мы к этому были как-то привычны. Я думаю, что каждый, кто сегодня играл, почувствовал приятное игре самой. А выиграть я, например, не знаю даже и счета, и для меня вообще это не важно. Важно другое. Несмотря ни на какие трудности нынешних времен, политические разногласия или кризисы в экономике, спортивное братство стирает понятия о границах и расстояниях. Противостояние остается только на игровом поле, где все основано на преодолении, стремлении, презрении к обстоятельствам и командной работе. Вот и подошел к концу очередной выпуск телепроекта «Спорт для всех». И, пожалуй, именно эти соревнования, Кубок наций по мини-футболу, и стали его олицетворением. Ведь на самом-то деле, неважно, какого это вероисповедания, какой нации и какого пола. Просто занимайся спортом и физкульт. Пока!